Уважаемые любители футбола, с 3 сентября в городе Славутичи состоится фестиваль дворового футбола «Славутич-2020» на Кубок міського голови Славутича. В фестивале берут участие все желающие дети и взрослые команды. К участию также допускаются детские смешанные команды, мальчики плюс девочки. Количество участников в команде до 10 человек, на поле 4 плюс 1. Возрастные категории. 2012 год рождения и младше, 2009-2011 года рождения, 2006-2008 года рождения, 2004-2005 года рождения. Детско-юношеские команды формируются от кварталов. Московский квартал плюс проспект Дружбы народов, Таллинский плюс Вильнюсский плюс Рижский кварталы, Невский плюс Белгородский плюс Печерский кварталы, Тбилисский плюс Бакинский плюс Ереванские кварталы, Добрынинский квартал отдельно, команда, Черниговский квартал отдельная команда, Киевский квартал плюс улица военных строителей. Для взрослых команд 2003 год рождения и старше без ограничения по принадлежности к кварталам. Соревнования будут проходить на 4 спортивных площадках: стадион «Каскад», Черниговский, Бакинский, школа номер 4 и резервная площадка школа номер 3. Регистрация участников с 20 августа по 1 сентября. Заявки на участие команд в соревнованиях подаются на электронный адрес оргкомитета, где нужно указать название команды, возрастную категорию участников соревнования, фамилия, имя, год рождения участников соревнований, домашние адреса, фамилия, имя и мобильный телефон капитана команды или представителя команды для связи. График распределения команд по спортивным площадкам и расписание игр будет размещен на сайте Фейсбука отдела молодежи и спорта. Все участники получат памятные медали, а команды-победители – призы от спонсоров. Для взрослых команд установлен размер призового фонда в 10 тысяч гривен за счет спонсоров. Дополнительную информацию можно получить на сайте отдела молодежи и спорта. Кроме того, это телефон главного судьи соревнований. Приглашаем жителей Славутича на фестиваль дворового футбола «Славутич-2020» с 3 сентября.